С 1 по 5 августа в Республиканском детском медицинском центре имени Манжиевой будут вести прием специалисты Федерального клинико-научного центра детей и подростков ФМБА России. Для записи к специалистам необходимо получить направление у профильного специалиста в поликлинике. Если определенного врача нет, то направление можно получить через участкового педиатра. В приоритете будут дети, которые стоят на учете или которым необходима срочная помощь. Прием будут вести лор, аллерголог, невролог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, эндокринолог, нефролог.